Итак, ребята, опять пришла пандемия. Видите, как теперь ездит на море? А там еще и плавки на голову потом одевают. И ныряют с голым попом. Опа! Вот это вот ее когда-то... Здравствуйте, друзья! Сегодня мы в очередной раз едем на море. И сегодня у нас получается большой коллектив. Мама, две дочки, с ними Валера Аквамен, и еще одна дочка подъедет прямо в Зеленоградск. Встретимся на море. Вот самый главный обманщик пришел. У него 1 октября будет 94, а он мне целый год уже говорит, что ему 94. Да. Я всегда думал, вот придет 1 октября и будем праздновать круглую дату, 95. А вот шиш вам, 94, второй раз. Да, безобразник. Красивый солнечный день, мы в Зеленоградск прилетели. Можно так буду делать? Ну хорошо, давай. А ты ногами. Присоединяйтесь уже. Друзья, я вновь приветствую вас на своем канале Валера Аквамен. Сегодня 28 сентября. У нас в Калининграде стоит аномальная жара. Народ по-прежнему каждый день едет на море. Вы не поверите, сегодня опять огромная толпа народа. Но это пока раннее утро, поэтому еще на пляже пока людей немного. Море сегодня тихое, волны нет, солнышко. Сейчас мы с девчонками со своими пойдем купаться. Вообще удивительно. Конец сентября, и такая погода классная. Балует нас погода, балует, просто балует. Температура воздуха сегодня за 20 будет. Ну а вода, как последнее время, она все время одинаковая, 17-18 градусов. Пока еще не охлаждается, для купания вполне подходит. Чаек полно, кричат. Очередной коллективный выход на море. Валера Аквамен со своим семейством. Раз, два, три, сейчас четвертая еще должна подъехать. Самая старшая моя дочка должна. А Виктор уже уплыл. Самый главный наш 1 октября. У него будет день рождения. Очередной день рождения нашего старейшего моржа. Пошли. Вот девочки пошли. Давайте, девчонки. Народа купается, конечно, мало. Ну, наше семейство всегда купается. Подаем пример всем окружающим. Сегодня 28 сентября. Так что время уже осень. Но погода не сдается. Погода как летом. Солнышко, тепло. Классно. А где вы ее увидели? Да нет, я вон машу снимаю. А. Вот наши вашим шляпам машут. Вот чертов пальчик. Смотрите. Чертовый пальчик. Ух, какой красивый пальчик. Я пошел. Все, я пошел со своим семейством. Давай выуживай их оттуда. Кто это тут выплывает у нас? Осторожно.
Все, мама уже тоже вышла, осторожно. Виктор вышел. Вон аквамен купается наш. Я за тобой крадусь, говорю. Подкрались ко мне. Классная водичка, ребята. Просто отлично. Ну. Здорово. Оператор сейчас замерзнет. В такой воде нельзя замерзнуть. Ну. Теплая вода, кстати. Теплая, да, хорошая вода. Я сейчас еще зайду искупаюсь, а то я вышла сразу. Вот. Из рук в руки передаем. И дальше плавают. Купайся, купайся. Вот еще одна побежала. Там, где она зашла, там камушков поменьше, легче заходить. Вода теплая, отличная. Как в ванной, да? Вот, вот любит Лёлечка так, да, как в ванной поваляться. Говорит, горячая вода. Ну, градусов 17, может, даже 18 сегодня потеплее. Вообще отлично, ребята, у нас супер осень. Бабье лето в полном разгаре. Оно дает нам возможность еще покупаться и даже позагорать. Прибалтика, город Зеленоградск. Шикарная водичка. Согласен, отличная водичка. Девочки мои красавицы. Вот приехала наша старшая дочка Наташа. Девочки ее встретили, она идет к нам. Привет! Вот теперь мы в сборе. Класс! Молодцы! Да-да-да-да-да! Да, нормально. Шустрик, Татуня у нас такая шустрик. Ты ее снимаешь? Да. А купаться? Кипаса, кипаса. Давай, беги, 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 беги. Совсем чуть-чуть. Ногами только. Солнышко, солнышко, вышло, идет. Солнышко. Thank you.
Все, я уже все собрала.